eSportBets.com. Уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет. Всем привет! Возвращаемся в Counter-Strike сразу. Начинаем с Sidepickle, DLC Aces. И это будет... Нючок. Родной нючок для команды Aces. Карта, которую играет эта команда, или, наверное, для них Counter-Strike есть эта карта, я не знаю. Но в этом сезоне только на этой карте они поборолись. И на других картах у них побороться не получилось. Ну, только что проиграли клан Мистиком со счетом 16-10 именно на карте Нюк. Что будет против LDLC? Мне кажется, здесь будет гораздо хуже. Мне кажется, будет паровозик, который не доехал. Вот будет вот где-то так примерно. Это был маленький паровозик, но он не доехал, к сожалению, до станции назначения. И сайдпик, ну, с сайдпика все становится понятно, по-моему. Да, французы начнут за дифом, что гарантирует, как по мне, разгром для тузов в первой половине и быструю кончину этой команды. Кончину. Не, ну я... Вот смотри, Кураж ушли из организации. Aces последнее место в Старсерии. Их даже Aces не кикнули. Может, им зарплату не платят, а это фан? Ну, просто, да, какая-то фановая организация, которая... Я не знаю, за счет чего держит. Организация Мы же не друзей. Видели Aces, например, на каком-то крупном европейском турнире, на который могла поехать команда за счет бюджета. Ну, помимо этого мы не видели там еще, наверное, команды... Да, наверное, все команды мы не видели, которые были. Так, смотри, Apex аркадит радио и дает инфу, что тузы там уже всей бандой зашли на вилку. В спину залетает. О, вот. За считанные секунды. Просто упало три туза. Падает четвертый, только киберфокус постарается исправить сложившуюся ситуацию. Ну что, будет ли фокус? Нет, нет, ни фокуса, нет, ни киберфокуса. 1-0, LDLC без потерь. С одной потери, вернее, да? Нет, без потерь. Без потерь? Даже без потерь берут раунд. Это на самом деле очень-очень интересно. Ребят, у нас почти 35 тысяч подписчиков в паблике SL4MTV. Ломимся туда. Там не хватает буквально чуть-чуть. Совсем чуточку. И как будет 30... Ну, я думаю, к последнему матчу будет, поэтому... Последний матч у нас через этот. Но я даже не знаю, вот сколько этот матч продлится, если честно. Ну, так как мы предвещали быструю кончину команды Aces, то здесь должно быть все действительно очень быстро. Ну, посмотрим. В принципе, ну... парни хоть и слабо отыграли сезон, но не пальцем деланные, поэтому... Да тут даже не в них дело. Я же не говорю о том, что тузы плохо играют. Просто LDLC сегодня играют на уровень выше, и эта команда должна проходить... Тузов, ну вот со счетом где-то 16-7 это потолок. Ну, наверное, не знаю. Вообще, предыдущий матч команды Aces выглядел следующим образом, друзья. Клан Мистик взяли 10 раундов на нюке только что. Куражей обыграли на нюке 16-12, уступили Virtus.pro со счетом 7-16, уступили Hellraisers на Мираже со счетом 4-16. 9 раундов взяли у команды ваншот, но я даже не знаю, а это было в Воронеже на нюке. Ну и команда LDLC, которая убила Мим 16-10, порвала в пух и прах Mousesports 16-8, уничтожила на нюке Hellraiser 16-9, разгромила Майам 16-4 и уничтожила Alternate только что на втором дасте, отдав им всего лишь 3 раунда. Ну вот по силе понятно, да, кто есть кто, кто есть куда. Но на киберфокуса все равно, за него будем болеть, он должен здесь убивать и... ну, хоть кого-то, хоть как-то, не знаю, он единственный, кто в этой команде выделился за последние игровые матчи официальные на StarLadder'е. Ну и, кстати, вот к тому, что ты говоришь, что он должен в этом матче раздавать, посмотри на пинг киберфокуса. У него не все в порядке сегодня с интернетом, коннект... Я тебе открою одну маленькую тайну. Вот буквально недавно комментировал матч очень-очень долго. И очень долгий день был этих матчей, не помню, какой он был по счету, но...
Там уже играла команда Aces, и казалось бы, это вроде матч с куражами, и там как раз-таки была проблема у Фокуса, где он вылетел, зашел обратно, подключил другой интернет, написал «люблю белорусский интернет». Вот, в общем-то, все. Так, Little играет с ВП, давай смотреть на него. Интересно, какой там провайдер? Батьканет? Там, наверное, да, Батьканет какой-нибудь или... Картошка спит. Спит потейто. Спит тест. 512 килобит в секунду. Так, Little сейчас будет казнить Тихона, как я понял, это вообще... Все, тут, по-моему, полная безысходность. Смотри, они сидят втроем на нуле, и все втроем уже будут. Ну вот, понимаешь, двери. И вот так вот все время играют тузы. Они в первую очередь ждут какой-то агрессии от команды, которая защищается, а уже после начинают развивать свои атакующие действия. Смотри, видим... на им идти не понравилось, решили пойти на Б. На рампах маньяк, к нему приходит Апекс, и это уже будет не шуточная драка. О, Little убил Узи, это успех. Но тут как бы хэппи минус Тихон, все. Все, что делать дальше? Выход рампы на маньяка. Маньяк минус Хейка Литл с АВП. Разменял своего тиммейта. Ситуация 1-3. И прострелом! Прострелом от Хэппи! Ой-ой-ой! Тайминги! 4-0. Это жесть. Вот знаешь, раньше в 1.6, по крайней мере, Counter-Strike, выходить на рампы было крайне тяжело, потому что моментально нашивали тебя с будки. В CSGO мы видим редко такие моменты, но все чаще и чаще появляются Фифларен, эти прострелы. Ну да, уровень игры растет. Фифларен, кстати, вот первый, наверное, кто в этом сезоне на SLTV Star Series показал вот этот вот прострел на максимум, при том, что одному минус 50 сделал, а второго вообще добил, типа. Ну вот это, ну на моей памяти первый раз. Я не знаю, может, какой-то матч я не видел, но здесь Фифларен это уже показывал, поэтому от Хэппи это не неждан. Но с другой стороны... С другой стороны, я не понял, почему Little берет АВП и играет в нуле с ним. Вот. Он не брал АВП, он подобрал АВП Киберфокуса, который пытался отстрелить пристройку, но был наказан. Но пристройка отстрелила его. Да, пристройка отстрелила его, а именно это сделал Кьоли. С Кьоли, как мы знаем, стреляться очень-очень непросто, особенно когда разница в пинге, сколько составляет у Кьоли 38, у Киберфокуса 102. Ну, ну да, тут совсем разница не в 70 действительно очень тяжело. Ну что, 5-0, Aces будут пытаться вновь. И вновь, и вновь, и вновь, и вновь, и вновь. Я даже не знаю, сколько это можно повторять и говорить. Так, ну аркадка на верхний плент. Наконец-то увидели что-то интересное. Кьоли с АВП минус Кейка. Что дальше? Киберфокус забирает Кьоли. А дальше маньяк зашел просто в спину, в скрипт к трем чувакам. И сейчас будет... Там еще Узи на верхнем пленте, о котором абсолютно ничего не знают тузы. Ну и, собственно, вот так все бесславно заканчивается для Aces в этом раунде. 6-0 и по-прежнему в сухую идут. Я страйк, признаюсь зрителям и тебе, честно, это тот матч, который я бы не хотел комментировать, как еще примерно 14 матчей команды Aces в этом сезоне. Я не знаю просто почему, но мне кажется... Нет, с куражами интересно. С куражами было интересно, да. Действительно, здесь... когда соперник равный, тогда и интереснее, более смотреть за тузами. Но когда вот разница действительно велика, то вот тузы не могут показать хотя бы, ну, процентов 30 от своих возможностей. Не знаю, как-то... Вот самое главное, они не могут, они не смогли. Но у Тихона один раз бомбанул, он отписал мне ВКонтакте плотный пост, на что я ему отписал: чувак, я сужу вас по результатам. А результат был, а результата нет. Там 1-9. 1-9. Один Техвин, одна победа против Куражей. Итого это 2 на там, я даже не знаю, сколько у них там отдач было. И это команда Star Series, которая прошла потом и кровью про серию. Но, походу, отправится играть... Ну вот, на примере того же Урда, Урд смог удержаться в старт-серии, а вот тузы не смогли. При том, что у Тихон этот шпилил давно, и в 1.6 он играл давно. И много, тот же Кизгл. Хейка этот тоже с Кизгла, он тоже играл давно. Видно его раньше было часто. Торнадо также, Литл это вообще, по-моему, ну... Один... У них даже командочка была какая-то. С Редманом, да, с Редманом, с Бандой. Слушай, а Маньяк, походу, сейчас на самом деле здесь без глушака играет. Да, без глушителя. Почему не прорисовываются? Обычно в CSGO такие штуки должны четко быть отображены. Итак, смотри, 3 минуса от команды Aces. Ситуация 2 в 4. Ну, на слайде могут взять сейчас. Смотри, на Б проходят. Так, Торнадо. И это вообще, по-моему, потерялся Торнадо здесь. Как Торнадо просто расстрелялся. Так, ну вот есть еще Маньяк, которого по-прежнему не прочекали на нижнем пункте. Маньяк получает голову от Хейки. И Хэппи один против... Практически всей команды Aces. Забирает Хейку, продолжает бороться, но нет. Его тут уже нашли, 6-1. Ну, в общем, один проходной раунд есть, да, 20 раз прыгнул Simple. И об этом нам говорит CSGO, при том, ну, явно больше команда Aces не сделала. Лично, при мне был установлен совсем другой рекорд. Николай, вы из Поплавский, напрыгал в одном раунде 39 раз. Не, ну это ладно, это не матч Star Ladder, я имею в виду матч Star Series, но 39...
И что дальше? Колян бьет рекорды. Ну, вот главное, что CSGO это отметил, значит, Колян идет по правильному пути. Ну вот смотри, Литл сейчас прыгнул 20 раз. Если 21 прыгнет, они возьмут еще один раунд? Ну, все может быть. Пока Торнадо неудачно зашел в дверь. Вот. О! О! Ну вот успех надо закрепить. Тузам для этого надо взять второй раунд к ряду. Начало, на самом деле, очень даже еще более-менее ничего. Потеряли Торнадо, забрали Маньяка. Размен достойный. Ну, видно то, что пытаются найти свою игру. Получится у них это сделать в это... Вот если сейчас не выйдет, то это, по-моему, полет. Вообще, при счете 7-1, где-то там 8-1, должна команда начинать как-то в ответ работать. Так, это, о, флешки от Сайберфокуса и выход в ап. Так, первая пошла. Вторая пойдет или не пойдет? О, плотная раскидка верхнего пункта. Как с ней справятся французы? Давайте смотреть. Кевин Вернелл первый и пропустил. Ой-ой-ой, тайминг, неудачный. Тайминг неудачный, и французы готовы проиграть второй раунд, если, конечно же, не оформят какое-то чудное выбивание. Там вообще мрачная флешка от Апекса. И просто посмотри, здесь плент белый Кьоли. Знает, что у будки есть, топает, знает, что есть в пленте. Не, ну тут надо забирать по-любому. Тузам нельзя такого отдавать. Литл. Тут все. Ну, Кьоли, как уверенно разбирается с Диксом, и точно так же без шансов забирает Литла с собой. Литл тут просто выдержки не хватило. Надо было его пасти. 1 в 3. 1 в 3. Кьоли берет этот раунд 7-1 для Aces. Это большая беда. Это показывает, что у них просто отсутствует... Ну, не знаю, здесь не хватило реакции, мне кажется. Литл должен был его просто держать под мышкой и напрягать постоянно, чтобы плент остался жив. Почему они этого не делали? Почему первый вышел вообще с плента стреляться? Непонятно. Что это тоже за гваделупи какое-то непонятное? Литл стоял четко так, чтобы не пропустить на плент игрока, а именно Кьоли. Ну вот, все-таки плент не выдержал, нервы сдали и решил постреляться, за что был моментально наказан Кьоли. Итак, очередной раунд для команды Aces. Вроде бы нашкрябали на бай, даже есть АВП у Киберфокуса. А Киберфокус прочекал проход за красный. Да-да-да-да-да! Не обманешь! Батьку нельзя обмануть. Батька знает батька, все. Батька не контрится просто. Ну все, надо выманить про... Ох, так, отстрелил лап. Подожди, а как Фейка это произошло? Где? Он убил внешний, внешний убил. На внешнем стоял чувак с девятки, заходил. Застрелил, в аркаду. Да? А, нет. Они просто улицу уже занимали, и вот сейчас Кьоли... О, 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 Мовсисян, что творит? О, хо, хо. Ну вот это просто Хавмасян у него фамилия, а не Мовсисян. Ну это в кавычках Мовсисян. О, это вообще Кэппи просто потушил последних двоих, вообще без шансов даже. 8-1. Очередной провал от Тузов и будет парочка экономических. Точно? А как? Он его, понимаешь, он его увидел в начале, то, что зашел за красный. Хейка убил внешний. Все, что нужно было делать, это тупо не сидеть, как бабки на жопе. А забрать Кьоли за красный? Надо было просто пойти за красный, чтобы там в худшем случае они бы разменялись его и закрыли. Но команда продолжила играть козырными, и козырем в этом раунде был далеко не, не в руках. Туз. Далеко не туз. Далеко не туз, забыл Кьоли вместе с Хэппи, да, по-моему? Да, с маньяком. Да, они тут запилили. Хэппи, смотри, что творит. И бомба, бомба там, ты понимаешь, это просто какой-то КВН. В итоге Киберфокус, один против всей команды LDLC, выход на рампу и моментальная смерть от маньяка. Ну тут, знаешь, в таком раунде даже батька бы ему не помог. Вообще никак. 9-1, 8 раундов разница. Что делать дальше? Надо мотивировать команду, надо мотивировать картошкой. Ну, я не знаю, Эйс. Эйс. Не, вот Киберфокус мне нравится, как играет. Он хорошо играет. Реально. Вот я просто видел его еще не в матчах StarLadder, не когда он попал в команду Aces, да, до этого момента. Ну, я лично с ним познакомился после того, как он оказался в StarSeries и в команде Aces. И, на самом деле, да, очень даже такой адекватный, приятный молодой человек, который знает, чего он хочет, знает, какие цели он поставил. Но соль не в этом, соль в том, что я бы хотел из белорусских команд увидеть в следующем сезоне Star Series команду 97 клуб, хоть как-нибудь, не знаю. Они, кстати, постоянно борются за квоту в Star Series. Я просто вот смотрел, как они играли на лане, меня так порадовали эти красавчики, вот реально просто как красавчики сыграли. Они вообще могли обыграть в финале, на самом деле, но забрали только свою карту, как я понял. Ну, вот... Ну, это я про воронежский, опять-таки, турнир. 3-1 размен. Киберфокус попробует вытащить клатч, но не зная о маньяке, который, в принципе, в лучшем стиле Джека-потрошителя атакует из-за угла. Просто нежданно-негаданно нарисовался маньяк и сделал последний минус. 10-1. И по-прежнему у Aces ничего не получается в атаке.
Так, ну, вот, знаешь, постоянно всегда начинается все вот с таких банальных ошибок. А вот вспомните этот раунд 1 в 3. Возьми его, наводь экономику и возьми 5 в атаке, и это будет уже действительно показатель. Но, к сожалению, проиграв раунд 1 в 3, тузы рассыпались окончательно и продолжают сыпаться дальше. Маньяк минус Тихон. Поджим с рам, пэк и раунд в исполнении Aces. Это, по-моему, 11 очко для коллектива из Франции. Слушай, вот LDLC остаются и будут в следующем сезоне продолжать борьбу. Сколько ж нас ждет матчей в следующем сезоне? Это просто умопомрачительно. Так, Хэппи. Уход в будочку и... 11-1. 10 раундов разницы. По-моему, это больше, чем нужно для LDLC. Ну, сегодня у них уже был один проходной матчик. Так себе, правда, проходной, но в целом справились. Был еще так же... А, нет. Это не... Или... Нет. Клан Мистик. Это Клан Мистик был матч с Фнатиками. Так, погоди, с кем... Сегодня столько играло французских команд, а с Альтернейт у них был матч такой же вот проходной. У Мумов сегодня. Мумы вообще красавцы. Вот кто бы что ни говорил, но Мао Спортс, они... Умело сегодня оставили с тремя очками на карте The Train, который играет вообще 3-4 раза. Кстати, это единственный матч без участия французских команд, и там у нас была сенсация. Слушай, Узи понял, что в нуле АВП и снова жареным пахнет. Это плохо. Просто Aces сейчас либо будут перестраиваться на улицу, там есть шансы атаковать, но выходить на А сейчас явно будет смертеподобно. Так, LDLC подготавливают так, отмили рампы, чтобы не было развода. Хорошая граната в ноль могла быть от Хэппи, но вот не попал он в щелочку. Микрощелочку. Не, ну он в щелочку целился, но она вот не залетела туда. Не влезает туда граната, ладно, будет знать на будущее. Так, что-то у нас нет экшена в этом раунде. Минуты стекла, 45 секунд до конца, и по-прежнему все 10 игроков на карте Нюк живы. Ну и с Мором пытаются брать сейчас тузы французов. В итоге вроде бы... Решительно настроены выйти на рампы, и, как видим, под флешечку. Маньяк забирает Литва, красным оставляет киберфокуса. Ну и, собственно, на этом атака тузов заканчивается. Да, ничего, делает Хэппи просто в ноль, как папа Хейка. Последний должен был замыкать атаку, как я понял, либо в длинный, либо в мейн. И вышел в мейн, вот она реакция от Узи. Кстати, сразу навелся, несмотря на то, что прицел увел, 12-1. Этот интересный матч продолжается. Интереснейший матч. Самый долгожданный, невероятный матч года просто. Я не знаю, слушай, давай какие-то номинации, наверное, придумывать для наших команд, потому что это уже смешно. Когда у нас еще, вот, я не знаю, по-моему, после попытки Aces больше ни одной команды с СНГ не нарисуется желающих пройти про-серию. Либо нет, не дойдут. Почему? Если вы проходите про-серию, то мы всегда рады вас видеть. Но если вы в Star-серии потом играете как команда Aces, мы, естественно, не рады вас видеть. Ну, соперники очень-очень непростые. Вот ты сам прекрасно понимаешь, да, в какую да. мясорубку просто попали тузы. У нас самый... сочный сезон по составу участников. И вот как раз-таки на этот сезон попали тузы. Это просто какой-то не фарт. Но на самом деле парни достойно сопротивлялись в некоторых матчах. Опять-таки же, не во всех. Также отобрали очки у куражей, что немаловажно. Принципиальные дуэли между собой. Все-таки обыграть команду с СНГ это всегда приятно. Но тем не менее, вот через 5 секунд я вам оглашу просто такой списочек интересный. И вы, в принципе, все поймете. Последнее место! То бишь 16-е. В этом сезоне занимает команда GamePub. Со статистикой 0 на 15. Их матчи были потерты. 15-я строчка и... И это Aces. И это Aces, которые сейчас доигрывают свой сезон. 13 игр. А один техвин против GamePub. Одна победа против Кураж, которые на 13-й позиции. Но... Ну и дальше все просто плачевно. 11 поражений и вот 12-е не за горами. Так, ну что, 2 в 1. Литл, давай, покажи нам КС. Лучший свой КС. Я думаю, он может. Сейчас посмотрим, что же может Литл. Минута есть на все про все. Бомба на руках против Маньяка и Апекса. Ну... Не, Литл на самом деле хорошо играет. Он больше игрок, как бы, да, от стратегии. То есть от того, такому игроку нужен хороший капитан, скажем так. Просто я помню в свое время, как он с Редманом играл в 1.6. Ну, они там собирали банду стариков и Литл. Но он там топил жестко. Так, и Литл сейчас выполняет трюк застать девятку врасплох. В девятке, правда, никого нету, но он об этом не знает, так что ничего страшного. Так, а что по позициям у французов? Маньяк на вилке, Апекс в двери, будет слушать информацию на верхнем планете. Ну, собственно, да, здесь бомбу Литву даже могут не дать поставить французы. Так что все может закончиться очень-очень... Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, ну смотри, вышел на ап.
топнул в пленте. Ну все, знают французы, где находится последний игрок команды Aces, и должны его забирать. Да, даже... Нет, поставил все-таки бомбу. Денег заработал тузам на последний раунд. Это гарантирует это... закупочку. Чувак, это последний раунд. А, да, это последний раунд. Молодец, Литл. Попотел. Экономика... Прозевал я тут немножко, 14-1. Сейчас, может, панда, может, команде Aces поставить на пистолетки 10 тысяч? Может, так сделать, чтобы все закончилось в первой половине? Макс раунд 17, да, ну его в пень, в ту вторую сторону. Да, это что-то как-то вообще получается. Литл нормально поставил бомбу, ну. Ну, зато в пистолетке будет 800 баксов. Все, успокойся, это... Это просто... Ну, это не смешно. На самом деле, мы все должны сейчас горькими слезами упиваться. Ведь команда Aces, которая столько усилий приложила, чтобы попасть в старт-серию, проигрывает. Но по статистике идут как братья. Ровненько отстрелялись. Это показывает... 6 фрагов у фраг-лидера Киберфокуса. Это при том, что пинг 100 у парня. Слышь, Подаван, твоя статистика показывает командный дух. Да, и вот действительно. Тиммейты не оплошали и... 5 фрагов у Литва, 5 фрагов у Хейки, 4 у Тиксона и 5 у Торнадо. Но, по-моему, по-моему, Тузы выглядят как команда. Но, по-моему, звезда вот это звезда это Торнадо. У него 5-0-14. Ему даже ассист не пришел, ты посмотри. Ну, плотно потели Тузы, дабы заработать тот самый единственный раунд. И теперь надо взять второе. Надеюсь, это будет пистолеточка или будет... Быстрая. Сейчас прикинь, будет такой поворот событий, да, мы такие рады. Смотрим, и там бац, и от тузов залетает камбэк. 15-0. Просто 15-0 в ответку, и потом 16-14. Ну, первый пошел, Торнадо отправляется в таверну Хэппи, так, точнее да, нет, это Киберфокус за ним. Я тебе скажу, что, короче, Aces во второй половине не возьмут ни одного. Ну ты, конечно, при ситуации 3-5 вангуешь. Ну, то есть они вообще ни одного не возьмут. Ты включил капитана. Не капитана, просто я знаю, что матч уже закончен, по сути. Так, ну Хейки продолжает бороться, забирает Хэппи. Так, но тут влетает Узи, который тоже хочет бороться и... Ну вот борется только Хэппи в пистолетном. Тиксон также погибает. Хейка, третий минус. Хорош, давай двоих дави, но бомба сложная стоит, ее разыграть-то. Да сзади у тебя стреляют. Ну он знал про игрока в трубах, пытался в первую очередь забрать его, но тут как тут нарисовался Апекс. 15-1. 14 матчпоинтов для LDLC, и парни готовы закончить все прямо сейчас. Ну а я вам напомню, что через 34 минуты. Да, дойдут нам подождать, у нас будет пауза перед последним матчем. Титан, команда из Франции, во главе с NBK, капитаном прически Existence, человеком, который вот-вот умрет с Митсом, и против клан Мистик, которые сегодня, за которых мы должны болеть просто. Потому что это последний шанс команды Na'Vi выйти на LAN-финалы 9-го сезона. И даже ничья спасает команду Na'Vi, потому что в личной встрече против Титанов Na'Vi одержали победу. 16-1 заканчивается это избиение, которое можно назвать, наверное, даже... Ну, по-другому его даже и не назвать, на мой взгляд. Rape me. Пели тузы перед этим матчем, да, и французы услышали. Слушали группу Нирвана, и, в общем-то, это закончилось вот так вот. Ну, не знаю, что здесь добавить, но вы сами все видели прекрасно. Так, ну, у меня тут обновление небольшое идет, и... Доска почета на ваших экранах, друзья! Так, LDLC Aces не засчитала у меня, но мы сейчас... Быстро все поправим. Да, у нас тестовый день сегодня. Впервые используем новые титры. И вот, наконец-то, результаты сегодняшнего дня. На самом деле, просто нужно вот здесь вот было обновить, и все ок. И все ок. Ну что ж, Титан и клан Мистик. До начала матча остается, наверное, ну, совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, полчаса, короче. Вот так вот нам LDLC сейчас подмастили погулять. Мы, в принципе, дали этим займемся, да. Паузу. Такую вот получасовую, дабы мы передохнули, набрали силы. И перед последним матчем... Зовите всех своих мам, пап, бабушек, дедушек, все, кто сестру, болеет за брата. Na'Vi, должны присутствовать на, да, потому что клан нашей Мистик, трансляции. Потому что клан Мистик должны сегодня вершить судьбу команде Na'Vi. Я надеюсь, это будет не нюк. Я надеюсь, они сыграют какой-нибудь трейн, и у Кенниса появится шанс. Лучший расклад — это Мираж. Мираж — это та карта, на которой да, клан Мистик... Мистик обыгрывали Титана. Да, точнее, и взяли... это были Very Games на тот момент, но после это этого я не помню. Состав тот же, но состав другой также у команды клан Мистик. Но если будет Мираж и Кеннис разыграется, то это отличный шанс, чтобы показать. Там дальняя дистанция, а у клан Мистик стрельба на них. Ой, какая неплохая. Ну что ж, мы уходим на рекламную паузу и вернемся к вам к самому интересному матчу сегодняшнего игрового дня.